На годиннику 16-та це означає, що ми в прямому ефірі. Хочеш, щоб збулася твоя мрія? Намалюй. Карта бажань, як своїми руками здійснити свої найпотаємніші мрії. Духовне та фізичне здоров'я. Чому ми хворіємо? Хвороба – це покарання чи урок? Вже не встигли прийти свята, як вже скоро вони відійдуть. Водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. І як церква ставиться до купань у водоймах на водохреща? Чи є у тому користь і духовність? Я Марина Шевлюга, це програма «Важливо про». Мої вам вітання. І хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0800 50 13 66, дзвінки безкоштовні. Людмила Богуш – бізнес-тренер, експерт з підвищення ефективності, автор планувальника «Богуш Бук». Винахідниця, консультант, власниця системної тренінгової компанії «Богуш Тайм». Меценат мрії, автор соціального проєкту «Самая большая карта мечты в мире». Пані Людмила, мої вам вітання, зі святами вас. Спасибо, вас теж. Скажіть, будь ласка, наскільки це правда і чому так взагалі трапляється, що будь-яка мрія, яка написана так на папірі, вона скоріше здійснюється? Ну, это просто связано с психологией, это связано с тем, как работает наше сознание, потому что сознание по своей природе, оно визуально. Оно должно увидеть, чтобы принять это как команду. И поэтому, когда человек наклеивает на бумагу картинки, это вот запечатляется у него, и потом это вот постоянно, когда ему нужно принимать решение, он даже не задумывается, решение принимается в нужную сторону. Это первое. А второе, мы же знаем, что все зависит от того, насколько человек верит, вот как он верит. И когда человек наклеивает картинку, он разрешает себе, он говорит, хорошо, я не сильно верю в то, что это возможно, но пусть будет. И вот тот момент, когда он наклеил что-то для себя невозможное, он разрешил. И теперь... Когда у него появляются какие-то шансы, он их использует. Скажи, пожалуйста, взагалі ця карта побажання або карта мрій, з чого варто починати? На що взагалі коли починати? Це якийсь особливий день повинен бути? Це лунний календар, чи що це? Я на це взагалі внимання не обращаю. Я обращаю внимание на те, що було б дуже цінно, щоб вокруг була така обстановка, яка вас підтримує. То чому я цей фестиваль роблю на День Незалежності України? Тому що люди в цей день мечтають. Они хотят, они представляют себе, что в их жизни может произойти, причем они мечтают больше, чем о себе лично. Вот на Новый год мы мечтаем о себе лично, родных и близких, а на День независимости мечтаем о себе в стране. Поэтому я это делаю так. Ну, например, создавать карту мечты на новогодние праздники, это вот так, вот так, вот так, вот так. Это прям очень хорошо. Наразі зараз перед китайским Новым роком це особливо має значення, да, так? Да. Я не обращаю внимания на китайский Новый год, я не в Китае живу, но я все равно понимаю, что даже вот вы сказали, что у нас и крещение, и рождественские праздники еще не закончились. Это в любом случае, это такое состояние, это такая энергия, это такие эмоции, когда прям вся Вселенная вас поддерживает, потому что в эти дни все чего-то хорошего хотят. А яка потрібна бути, ну, підготовка, якась є до цього? Ну, окрім того, що ми там купуємо, тобто це в інтернеті зараз можна подивитися, що там потрібно там аркуші, так, це там кольоровий папір, взагалі куди що писати, так, це є ж сектори там якісь, так? Да, є сектора, є якісь правила. Я рекомендую не дуже обращати внимание на це. Знаєте, це вже для продвинутих. А на що важливо звертати увагу? Да просто, вот ви вибираєте журнали, красиві, яркі, красочні журнали, і ви просто їх листаєте і вибираєте з цих журналів те, що подобається лично вам. Вот легло на душу, і ви клеїте. Легло, тобто, і якщо, клеїте. Припустимо, я мрію там поїхати там до Парижу, так? Це не обов'язково має бути моє фото. Це може просто бути будь-яка дівчина. Да, тому що я-то ще в Парижі не була. Это же, если когда оно исполнится, это уже будет мой результат какой-то, уже пусть какой-то другой человек это приклеивает. А когда я мечтаю, я смотрю на то, что в мире существует, и я себе говорю, я вот это хочу, и вот это, и вот это, и вот это. Вообще, вот эта вот идея беспрецедентного мечтания, она невероятно сильная. Я сделала семинар, он так и называется, «Беспрецедентное мечтание». И я людям рассказываю, беспрецедентное это мечтание, по поводу которых вот никто такого еще не добивался. И что произойдет? Я
привожу пример, например, говорю, если я захочу быть балериной Большого театра, могу ли я с моей комплекцией, в моем возрасте это сделать? Ну, все так говорят, ну, может быть, да. Я говорю, представьте, а я говорю, все равно хочу. И чтобы стать балериной Большого театра, что мне нужно? Идти на танцы, заниматься музыкой, заниматься спортом, заниматься питанием, делать растяжки. Я говорю, вот если я себе это решу и буду это делать, даже не став балериной Большого театра, я стану лучше. Все говорят, да, конечно. И что вы думаете? Я вот эту историю рассказываю уже 2 месяца людям. Вчера мне прислали ссылку на мужчину, которому 95, по-моему, короче, ему 90 с лишним лет. Он танцует балет на профессиональной сцене. И он начал заниматься балетом, когда ему было 80. Тобто мрійці... Понимаете? То есть вот любые ограничения, это мы их себе придумываем. И как только ты начинаешь людям рассказывать, люди говорят, слушай, так а вот возможность. А, до можно про свои мрії розповідати людям? Да. Да, нужно, потому что люди тебе помогают это делать. Ну вот смотрите, я даже не мечтала о балете. Но мне вчера взяли и прислали. Но люди разные бывают. И что? И что? Кто может сглазить мою мечту? Что с моей мечтой может случиться, если кто-то скажет, нет, никогда. А стосовно карти бажань, якщо я її там роблю, так? Я повинна бути в цей час сама, чи це може бути сімейне там? Можна робити самому, можна робити з любимим чоловіком, можна робити... Взагалі я це все починала іменно як сімейна карта мечти, тому що я побачила, що люди ставлять перед собою цілі, а потім, коли вони приходять додому і кажуть, я вот это хочу, сім'я їх не підтримує, тому що для них, наприклад, це неожиданно. Или они тоже в это не верят. И вот мы начали именно с того, что мы делали фестиваль «Семейная карта мечты». И по-прежнему на Крещатике люди собираются, ну, мало кто приходит сам один, а в основном не приходят семьи. У нас вот в 2019 году у нас самому младшему участнику фестиваля было 2,5 месяца. Представляете? То есть мама его принесла, и она прямо его ручкой там что-то рисовала, а рядышком сидел старший брат. А сумеют наразе мрети дорослим? Они боятся, но умеют. Они просто себя вот так вот ограничивают. Но а чому так сталося? Ну, потому что им кто-то сказал, что мечтать нельзя, рассказывать ничего нельзя. Ничего тебе не выйдет. Ничего. Точно. Я всегда говорю так, что если ты не будешь защищать свою мечту, думки материальные, ее никто не будет защищать. А мысли материальные, и вот именно потому, что так психология работает. Ты себе программу даешь, просто даешь программу. А и як уникнути цієї програми? Нет, я говорю, что мы даем про хорошую программу. Не-не, я говорю про хорошую программу. Смотрите, нам в детстве дают плохую программу. Не мечтай, не иди, не лезь, потому что очень часто родителям это неудобно. Жінка повинна робити те. Якщо ти не будеш робити, ти заміж не вийдеш, тебе дитини точно не буде. А ось точно подивись, як вчиться там Вася чи хтось, а в тебе... А у тебя никогда. Так, оце було виховання радянського так часу. Так вот я поэтому, так у нас даже без Советского Союза до сих пор это происходит, потому ну, зараз что... трошки вже інакше змінюється. О, потому что дети сейчас могут залезть в интернет, они уже знают, что у них есть права, я не умею их качать. Я просто как мама 2 дітей, то я знаю, что ви наразі знаете, діти, да, что інші. Есть права. Так. Да. А, пані Людмила, скажи, будь ласка, якщо повернутися до цієї карти, а де їх зберігати взагалі? Її повинні бачити, ну приходять гості, так, я ж не можу її вивісити там на двері. А може там є таке бажання, яке навіть я не хочу, щоб навіть знав мій там чоловік? Да не може бути таких желаний. Не повинно взагалі? Нет, их просто не может быть вообще. Вот люди, когда мечтают, они не мечтают ни о чем плохом. Они всегда мечтают о хорошем. Потому что, ну, я верю, наверное, может быть, есть какой-то преступник, который мечтает всех убить. Да? Ну, слушайте, ну, карту мечты никогда не будет делать. Карту мечты делают хорошие, добрые люди. Но все одно, вона повинна бути на відкритому там просторі. А почему бы нет? Чи вона навіть може лежати у шафі? Вона де угодно може бути. Ну от якщо вона лежить в шкафу, я повинна на неї дивитися постійно. Да. Да, мне надо на нее смотреть, мне надо ее любоваться, мне нужно отмечать галочками или там отмечать, потому что у меня такие есть чудеса. А, до речі, якщо моя мрія змінилася? Следующую поставить. То есть я на цю фото наклею зверху іншу? Можно наклеить, можно это снять, можно новую карту создать, мы же меняемся. І крім того, воно реалізується. А може, то була не мрія тоді взагалі, якщо мрія ну, змінюється? Як може мрія? Ну, мечта – це мечта. І вона може змінятися. А мета і мрія взагалі, чим вони відрізняються? Саме простое – наличие сроків. Вот если я хочу, чтобы у меня была чашка, и просто говорю, я хочу, чтобы у меня была красивая чашка, это мечта. Когда я говорю, я хочу, чтобы эта красивая чашка у меня была сегодня в 17:00, это уже цель. На здійснення мрії взагалі, як вони впливають на людину? Це ж потім як ну, важіль якийсь, є розчарування.
Знаєте, мечти не збуваються тоді, коли чоловік... І потім людина взагалі перестає вірити. Ну, є же таке. Ну, так в тому-то і діло. Но він спочатку перестав вірити, а потім воно перестало виконуватися. От повірте мені, я професіональний психолог. Чоловік спочатку перестав вірити, і потім воно перестало робитися. Ну, от я ж не зря історію про Большой театр розказала, розумієте? Я просто пошутила. А тепер я вже смотрю і думаю, може, ти вправду балетом зайнятися. А як навчитися мріяти? Це важко? Хто наразі взагалі, за статистикою, хто більше мріє, дитина чи доросла людина? Я таку статистику не изучала. Я могу сказать, что, например, подросткам сейчас очень сложно мечтать. И это связано с тем, что они насмотрелись фильмов катастроф. Потому что, когда они были маленькие, они смотрели фильмы катастрофы, и они уже там в 12-13 лет, они дальше, чем за 25 лет своей жизни, они просто не видят. И я, например, очень часто вижу людей, которым около 80, и они мечтают. И есть маленькие дети, которые боятся мечтать. Это все настолько индивидуально связано с окружением. Именно поэтому я хочу, чтобы люди мечтали. Потому что как я могу куда-то двигаться, если мне все равно куда? Если я не знаю, куда мне идти, я просто буду сидеть и никуда не буду идти. А скажи, будь ласка, на скільки відсотків можна казати, оця карта побажань та мрій, вона здійснюється? Ну, якщо ви займаєтесь цим вже давно. Ну, смотрите, я про цели могу сказать, что на 40% выполняются цели, когда человек их поставил и прописал. А у мечты другая задача. У мечты задача вдохновлять нас. Вдохновлять, чтобы мне жить хотелось, понимаете? Потому что трудности в мире, в стране, в семье, в отношениях. А жить ради чего? И вот мечта, она же всего касается. Она касается и меня, и вас, и мира. Если я мечтаю, чтобы люди в мире были счастливы, вот это меня поддерживает, это помогает мне. Я даже могу считать, что при мне это не произойдет. Но мечтать-то я имею право? Имею. И в какой-то момент я могу себе сказать, окей, хорошо, жить тяжело. Но если я не попробую, оно же не произойдет. И тогда я встаю, иду и делаю. А, дивіться, пані Людмила, якщо повернутися знову-таки до цієї карти, так, вона скільки разів взагалі робиться? До виконання всіх мрій? Не зовсім так. Ну, от, знаєте, от є японська кукла. Просто наразі дорога. Це так модно робити? Так, звісно. Оно модно, потому что люди наконец-то вдруг почувствовали, что от них что-то в этой жизни зависит. И они прямо почувствовали, насколько важно понимать и верить. И фактически, да, если я скажу, что карта мечты – это психотерапия, сам себе помогаешь. И мечты меняются, и ты их переделываешь, и ты что-то реализуется, достигается. Но это просто волшебство. Так а сколько разів потрібно ей робити в своем житті? Сколько хочешь. Потому что, во-первых, реализуется что-то. А во-вторых, мир меняется. Ну, знаете, если я всегда мечтала, чтобы вот иметь вот такую чашку, а если появились новые классные чашки, и они еще круче. Ну, почему бы мне не помечтать? А знаете, что самое главное в мечте? Чтобы чашка была круче. Вот если я хотела вот такую красивую чашку, а потом у меня не получается, я в какой-то момент говорю себе, ладно, пластиковый стаканчик тоже хорошо. Вот это не надо. А вот не получается такую кружку? Ну хорошо, тогда возьми большую. Мне недавно одна женщина рассказала, она говорит, у меня как-то я в бизнесе застряла. Вот застряла, и что-то у меня не получается. И потом я махнула рукой и пришла и сказала, значит так, я хочу, чтобы магазины у нас были по всему миру. И все сотрудники сказали, о, а слушайте, она вот там предлагали, а еще вот там предлагали. И она после этого буквально за пару месяцев открыла 3 магазина. Она говорит, я бы никогда сама это не сделала, если бы люди не приходили и не говорили. Но вот я поделилась, и я им дала что-то такое, что больше ежедневной вот этой вот рутины. Вот если, например, для нашего канала, да, мы хотим, чтобы по всему миру нас смотрели. Вдохновляет вас? Звичайно. Ну вот. Как часто вам нужно этого хотеть? Каждый день. А взагалі, про що мріють дорослі? Можна наразі казати про це? Да, они мечтают о здоровье, о путешествиях, они мечтают о счастье своих детей, некоторые мечтают о внуках. Меня даже спрашивают, а можно? Я говорю, да не вопрос, мечтайте, вам же никто не мешает. А что нужно сделать, чтобы внуки у меня появились? Ну, я говорю, помогите вашему сыну или вашей дочери квартиры обзавестись, желательно с детской комнатой. Потому что если будет детская комната в квартире, обязательно никто не появится. То есть это просто уже следующие шаги. Ну, мечтать о чем угодно. Кто-то мечтает
О повышении зарплаты, ну нормально, почему бы нет? Кто-то мечтает о том, чтобы политическая ситуация была хорошая, кто-то мечтает, чтобы был мир во всем мире, кто-то мечтает, чтобы не было войны. Проте у нас наразі за статистикою люди стали більш нещасливі. Чому так трапилось? Стабильности не хватает. Не хватает стабильности. Есть люди, которые мечтают о стабильности, потому что у счастья у него есть как бы несколько параметров. Один из параметров – это преодоление препятствий на пути к известной цели. Вот если я куда-то иду, и я знаю, что меня там ждем, и я к этому подготовилась, прихожу, оно там. И я говорю, ух ты, а я какая молодец. И я достигаю. Если я что-то получаю без трудностей, без барьеров, без преодоления, счастья не будет. Ну вот вы вышли из дома, пришли на работу, ничего по дороге не произошло. Ну, казалось бы, вроде как хорошо. Тобто нам треба який адреналін якийсь? Точно. Нам надо, чтобы нам было за что бороться. Но у нас... Мы должны верить в то, что я буду бороться, и у меня получится. А если я борюсь, и меня заваливает, и я не чувствую себя победителем. Что делать тогда? А я думаю, что для начала нужно разбивать цель, взять мечту, и из мечты вытащить цель. Причем одна мечта может дать несколько целей. Например, если у меня есть мечта быть здоровой, это может быть цель и заниматься в тренажерном зале, и восхождение на Гималайи, и пробежать сколько-то там километров. То есть взять как сначала какую-то маленькую цель для тренировки, ее достичь, потом взять следующую. Таким образом ты реабилитируешь свою способность и достигать, и быть счастливым, і вірить самого себе. А стосовно мрії дітей, взагалі, батьки повинні заохочувати мріяти? Ну, вони не повинні зупинювати. Діти і так мечтають. Родителі мешають. А якщо батьки бачать, що ну, мрія – це, ну, ця сама мрія погана? Ну, наприклад. Ну, діти мріють про, ну, коли батьків не задовольняє щось. Це вже другий розговор. Егоїзм? Ну, это что-то у родителей проблема, потому что, наверное, им неудобно, им не хочется. Или может, ребенок своей мечтой бросает им вызов. Вот у меня, например, одна женщина недавно рассказывала, что у нее 4-летний сын мечтает поехать жить в Америке. Да, вот он мечтает. Откуда он узнал, что Америка существует? Родители рассказали, в отпуск туда его свозили. Они ездили в разные страны, но в Америке ему понравилось. И он приходит и говорит, мама, когда мы поедем в Америку? Я уже все посчитал. Если мы продадим вот этот дом, вот это, вот там вот будет. Они ко мне приходят и говорят, что делать? Мы не собираемся ничего не продавать. Мы не хотим никуда ехать. Я говорю, слушайте, ну не останавливайте ребенка, просто с ним поговорить. Чтобы жить в Америке, что нужно? Английский язык. Значит, идем, записываемся. То есть берете и используете. А маленькими родителями? Да, родители просто сопротивляются. Говорят, нет, ни за что, потому что они как бы себе вызов бросают, и они понимают, что они не готовы с этим вызовом справиться. А надо просто ребенка поддержать и сказать, хорошо, ты хочешь это? Давай посмотрим. Хочешь на Марс полететь? Не вопрос. Ты полетишь на Марс. Кстати, интересная вещь. Очень же часто детей неправильно спрашивают про будущее. Их спрашивают, кем ты хочешь быть. Так. А кого ребенок может? Он же может назвать только того, кого он знает. І, кстати, ми маємо врачей, тих парикмахерів, водителів Убера. Так, у мене дитина хоче лише бути ведучою. Понимаете? Надо ребенка спрашивать, что ты хочешь иметь. И тогда он смотрит вокруг и говорит, о, хочу вот этот дом. И тогда родитель должен сказать, не так, ты что, с ума сошел? Родитель должен сказать, так, хорошо, ты хочешь этот дом. Давай узнаем, сколько этот дом стоит, сколько нам нужно, что нужно сделать, чтобы его купить, что тебе нужно выучить, чему тебе нужно научиться. Но чомусь в радянські часи нас вчили... Ким потрібно бути? Обов'язково не вчили, що потрібно бути, по-перше, щасливими? Ну, нас же учили, потому что мы должны были строить социализм, и, по идее, мы уже и априори были счастливыми. Это, во-первых. А во-вторых, нас не учили ставить цели и мечтать, потому что партия была нашим рулевым, и ты должен был делать то, что тебе говорит партия. Дівчинка повинна вже там з 3-5 років знати, що таке кухня, вона повинна вміти мити посуд обов'язково, допомагати мамі. Якщо вона бере машинку, це неправильно. Конечно. Це ж хлопчик повинен брати. Ну, просто було дуже багато рамок. И мы же все-таки были зажаты в эти рамки и границы. А сейчас, когда мир такой маленький стал, и каждый из нас в любой момент может достичь любой части этого мира, ты можешь сейчас камеру открыть. И хлопчик может стоять у плиты, и девчонка ездить. Конечно. За кормом. Это очень чудо. Пані Людмила, дуже дякую, что вы завітали до нас. Зі святами вас ще раз. Дякую. Спасибо. За вашу посмішку. Дуже рада вас бачити. Дякую. Нагадую, що гостя нашої програми була бізнес-тренер, експерт в галузі управління часом і змінами. Це Людмила Богуш. Нагадую, що наш ефір триває. Зустрінемось одразу після коротенької реклами. Не перемикайте.